сзади. И пас на Тимкина. Поймали чеховцы на смене. И 3-1. Фантастика! Евгений Тимкин. Уже Евгений Тимкин никакой угрозы не представляет. Ворот. Развернулся и бросок готовился. По всей видимости, и Телкис был не готов к такому фортелю Евгения Тимкина. Тимкин видим, что также верхом шайбу направлял. Все там внизу было перекрыто Телкистом. Чуть выше и все.